Так крупненько, а? Мое имя никто никогда не писал. Да, 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 я даже не знаю, куда это. Шо, давайте на, через низ. Специалист. Да не надо через низ. Все равно слышно. Так как сбоку, он далеко берет? Да. А, ну слышно? Тыдынц, тыдынц. Все слышно, не переживайте. Спасибо. Может застегнуться? А, ну-ка, посмотрите. Вот так? Нет, не застегнуться. Ты можешь начать раздеваться на второй новости. Чтоб, если что... Да, чтобы, если что, ошибки были не видны. Вот так или нет? Не-не, да. Лучше так, да? Не стоит. Ты себя видишь? Как ты себе больше нравишься? О, да, я себя любой нравлюсь. Не надо. Аплодисменты, кулончики, цепочки, извиняющие то, что может сказать микрофон, записи нет. Хорошо? Договорились? Хорошо. Можно будет так. У меня больше ничего нет, честно. Все сняло. Добрый день, с вами новости медиашколы ТВ5, и я Мальцева Анна. Дворец спорта «Юность» собираются продавать. Депутаты Запорожского областного совета на 5-й сессии решили выставить на продажу дворец спорта «Юность». За такое решение проголосовало более 50 народных избранников. В случае продажи покупателю предъявят определенные условия пользования дворцом. Например, новому владельцу придется сохранить профиль деятельности объекта, предоставлять помещение для соревнования, заняться также благоустройством дворца и его территории, а также вложить инвестиции в объект на сумму не менее 120 миллионов гривен. Кто согласится на такие условия и все-таки купит дворец спорта «Юность», покажет время. А мы продолжаем следить за развитием событий. Городские фонтаны начали свою работу. Запорожье славится своими фонтанами. В городе их насчитывается более 330. И уже практически все из них активно функционируют. В скором времени запустится фонтан на улице Поляка и «Сердце» на бульваре Шевченко. Подходит к концу работы по их благоустройству, и фонтаны уже покрашены и доработаны. Кроме того, городу обещают сюрприз в виде модернизированных фонтанов на площади Полика. А вот на улице Парковый бульвар фонтан обещают открыть на Пасху, 1 мая. Скоро лето, пора худеть! Так подумал герой акции «Спортивный спор» Юрий, который за 2 месяца сбросил целых 15 килограммов. Да еще и получил за это обещанные $20. Организатор акции Василий Бушаров был очень удивлен результатом, однако слово сдержал и отдал денежное вознаграждение. Напомним, что акция стартовала в начале марта и собрала вокруг себя 22 желающих похудеть за валютный приз. Один из участников досрочно сошел с дистанции, остальные продолжают худеть. Давайте же пожелаем им удачи, ну а нашим ведущим спорта вовсе не надо худеть, они в отличной форме. Спасибо. Что-то я так делала. Решила, что в Запорожье 300 фонтанов, нормально? Почему бы и нет? Да.